Суетимо. Куда? Контроль точек. А, не, быстрый бой. Кто даст, то даст. Сейчас даст осаду Вангую, 100%. Не-не-не, осада будет, смотри. Против асы осада. Осада. Да. Хривыры сейчас закинем. Дегорейся тогда, может быть, запикей. Оп, ТДМочка. Кто на ТДМочку поставил? Я. Левый Все, стал. залетела она. Суета. Так, а где здесь респы? А, я все понял. Опа, овер летит. Давай, пацаны. Три дикарей, сына. Там Четыре уже дикарей, летит сына. кто-то. Ау, все, ебало. Туда ему 2000 воткнул в голову. Добавил. Еще добавил две на. Ой, суета, сука, унесла меня кабина. Но я ему по две суетнул так, чуть по чуть. Не залетело, конечно, много. 600, 2600. Короче, надо просто легких ваншотать, сидеть и все. Этих Да. дураков даже не смотреть. Ну, А у нас либо... хорошая база, мы сверху можем давать на низ. О, найс тема, кстати. О, я сюда встану, сейчас тут прострел нашел. Шикарно. Чуть по чуть. Оп. 75. Оп, домой, мусор! А, не ваншотнул. Вон. Почти ваншотнул, думал. О, там титаны без ДАшек едут, 100%. На. У На меня с одному в дашками. голову дал. Я Я его убью все равно одну. слил. Блин, 1700 всего лишь выдал, а чё так мало? У него защитник, наверное. Нечестно получается. Ну да. О, Байерса. Подъехали. 30 урона выдал, добейте. У меня есть овер. О, кто-то добил. Еду. Выехал. Давай, вот в этот пиксель надо. Да давай, давай, пиксель. Туда ему 2000 воткнул. Найс меч, вот. Можешь жать, Тух. Ох, этому не попал. О боже. Вот это я сейчас стрельнул, конечно, по-профессиональному. Чисто по-топовому залетело. Что-то они все на дашках стоят, никого не ваншотают. Оп, 3400 туда ему. Просто карта неудачная. Ох ты Ауэр. туда. На мосту есть. Овер. О. Кабину развалило, блядь, типу. Просто развалился. Челик. Блин, меня слили. Старый, ты где? Я где-то тут, на своих Фига у вас дебафах. по 7, а у меня по 4 только. Сразу видно профессиональные хорирельщики. Может, го запушим на их респ? Это зачем? Не знаю, так, чисто с кайфом. Чтобы опять потом ехать со Не, ну своего чтобы риска. так. Урона больше было. Не знаю. Ладно, я, короче, раздаю. На, туда 4000 в голову. Овер есть? Я понял. Есть. Почему я на? Вон там титанов и кашный стоит, 100% ваншотный. Оп, туда ему. Живи, живи, живи. Хорошо, еще в голову. Офигеть. Я не О, у нажал на нас по кнопку. респам катаются. О, Титаны. уже не катается. А ты что, на кризисе, старый? Так нечестно. Почему? Вы, блядь, такие последние места. Меня резали вообще. Ты соло катаешь, ты не О, катаешь. надо по шафту дать. Блин, не ваншотнул, типа. Даю, даю, по шафту. 2900 дал. Добавил ему на в голову. Контенту. О, 130 дал, добейте. Хорошая была. О, еще 2400. Добавки. Чуть минус не было. О! Спины подъехал. Ребята, дашку не надо жать. О, титан точно без Да. да, инфосотка. Сзади молот. Блин, он сдашь. Не, у меня и крита нет. А где молот? Нет его. Убьешь. У меня чисто респект. Кто Оп, же где-то добавил. это живет? На, Глебыч. Бонус тебе. Да. Еще добавки. Блин, не попал. 100 урона. Сорок Вот это восемь. урон соточку только что дал. Красивый. Два по 48, нормально.
Ну по 48 это еще нормально. Нас сзади. Вон здесь по титану надо. 3400 дал, а че я его не ваншотнул? Так у него 4. Не, так подожди, я дал ему 3400, значит он без дашки, правильно? Не, он с дашкой. А как я ему 3400 тогда дал? Так у него, если... может, не качанный дрон. Ага. 3400 тоже. Бан, сучара. Получается, обманули меня. О! О, 1300, чё так мало? 115, вот это урон. О, добавил еще. Зато 5 очков заработал. 5, не, 5 на 5. 45. Или сколько там? 7 на 5? 45? Вот, сынок. 2200. На, 4000. Блядь. Ой, хорошо, Тоха, ты просто красавец. Дал в спину, и у меня эта самонаводка сработала. О, шафт отлетает. 88 дал под купол. Вот. О, это урон. Сотик накинул, типу. Можно добавить. Отлично. Есть овер. Там купол пропадет? Блин. Может, сейчас пропадет? Знаю. Блин. Жми, 2 кило осталось. Так я же уже нажал. А. Я чё-то тупанул. Ну да, килов, конечно. Ну такое. Ну такое себе. Да, я с 11 массирую нахуй. Не, ну дикарейсы имба, говорят, чё? Дикарельца имба, да. Если соло играешь. О, джиггернаут. Серьезно, Джаггер? Да. О, боже. Го перепик. Играю? Го перепик. Какой Джаггер? Нет смысла вообще в нем катать. Так по 4000 будешь давать. Да, да. По 100 ты будешь давать. Ну, старый, ты там все загрузишься. Карта, наверное, большая. Больше не считай. Здоровенная. Не, ну на дикострайкерах точно будет суета. Но в такой катке, я думаю, можно было бы по 2 царику каждому всунуть. Просто бы резб запушили и все. Ваншоты бы летели бы. По красоте. Ну, режим вангуете? ЦП. Осада. ТДМ-ка опять. ЦТФ-ка. ТД. Приятного аппетита, старый. Спасибо. Вот поэтому ты и на последнем месте, потому что сидишь и орёшь. Поэтому я еще и угадал. Слева хочешь сыграть? Вообще пофиг. Он типа... Ну, справа там можно. Юрочку, вот тут... Юрочку. Справа. Я думаю, что надо на респе у них играть. Я думаю, надо оверконтролить и... Короче, вот на этих вышках надо стоять и с вышек стрелять. Вот и все. Вся тактика. За мной снайпер запикался. Вот так просто с вышки сюда даешь. Контент. И все. Кто? А, кореш зашел? Да. Жесткий? Протуха. Бы, у меня дашка не жмется, а что здорово? А почему у меня не жмется дашка? А потому что это баг новый. А, понял. Люблю игру. А, у меня тоже не жмется. О, серьезно, блин? Ты думал, я пошутил? О, нажалось. Оп! А, Глебочка. Почти, как сало, говорится. Сало. Почти получилось. Помочь себе. 240 накинул. Старый, что там, овер есть? На оглушение, сынок. Сыночек? 120. Нормально. Ух ты, Юрочку там так суетнул сейчас по-жесткому. Вон, там слева позиция шикарная, там надо стоять. Снимаю, поняла. Я пойду, снимаю, короче. Я пойду туда через лево. О, старый, дай-ка сюда эту котлету. Еще бы было в кого стрельнуть с этой котлеты. Я стрельнул, не переживай. За тебя тоже дал. Ну, это красава. Мне очки только не прибавились. Блин, ваншот не залетел. Не повезло, не фартануло. О, викинг в тофе получается? Да, Глебыч? Не знаю. Зато я знаю. Ой, хорошую сейчас насунул. Блин, не ваншотнул. Не повезло. О, хорошая! Залетела. 9 кило. О, 2000 рико. Короче, гой через лево. Лево имба.
Я вам базарю, через лево здесь надо. А овер скоро должен быть падать. У меня есть овер. Еду там, через... Это замечательно. Я еду слева, Глебыч. Там купол. Глебыч, ну слева-то вот, ну, типы есть. Все. Ну я вижу. Старый. Я дал. Оп. Ну что вы там, где вы? Я сдох. Бежим. Что сожрет, сука. Можешь давать, можешь давать. Дал. А, почему? А, вот этого надо хантера слить. Дику сюда надо еще урону. На. Хорош. Жесткий. О, овер. Туда ему на, домой. Во сколько? Можете забрать? У меня просто 60. Да бери, боже, никто не поедет. Блин. Сейчас он овер прожмет или не прожмет. А, не, не шарит. Да почему 130 урона? А почему крита нет? Когда надо урон, нормальный урона нет. О, кстати, а здесь... Здесь Глебыч, это как старая позиция на этом, на, угу, на регби. Блин, еще бы я попал. Надо хантера спокнуть. Блин, если бы я попал. Блядь, 0 урона скритом. 1700. Давай сквозку. О, хорошо дал. Добавки. О, 2000 сюда. Еще. Познай. Еще хорошо. Скоро овер будет. Давай, 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 добавки, добавки. Еще, 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 еще. Еще. Да блин, меня застопило. Оглушила какая-то дурочка. Куда едем? Мне на помощь, пацаны. Меня пушат. О, мне мама. Мама тебе поможет. Мама приехал. Овер да, дам, Глебыч, подъедь. Давай. На, туда, в голову. 2200. Суетнул типу. Еще добавил. 85. Неплохой урон. Найс, молодцы, соглушение. Мы 1700. Почему она не ваншотает? 1700. Как так? А, у меня ДДшка. Ясно. ДДшка не бустерная. Все ясно. ДДшка бустерная тоже решает много. Угу. 3400. Блядь, сука. О, 1800. 100 урона. Сколько у вас максимум подряд было критованных? Ну, эти, с критом. Здесь. Я считаю. У меня максимум, наверное, было 6. А, позиция хорошая. Суетная. О, крит. Блин, на помощь. А, все, ГБЛ. Меня накрыли. Овер летит. Успею забрать? Мне 0. Пушим его вдвоем. Давай, чё? Ага, не доехал. Ну ладно. Хабэл. У меня овер есть, если че. Я на центре. Я слева. 138 дал, чувак, если его. Ух. Я еду. Надо овер срочно. Где вы? Дал. Давай. Давай, я тоже. Вот это надо слить. Трещик, хорош. У меня еще кто-то суетнул. Работаем. Мне еще кто-то дал в голову. Больно было. У нас на респе тип катается. Да. Думаю, что он не ваншотный. О, смотри, еще один. Да сука, ну где мои криты? На, ну давай, отъехал. Посиди, чел, на респе. На, туда ему. Надо добавить ему. Добавил 4000 в голову. Не, ну это жесткая тема, когда ты просто ваншотаешь. Еще бы больше легких было бы. Да. И поменьше урона по 80. И побольше критов. Ну да, да. Было бы жестко. Так, ну надо еще какую-то хорошую. Это была уже более-менее по сравнению с тем, что было первое. Ну, если бы какая-то ЦТФ-ка там была бы. Или контроль точек, чтобы не досрочка была. Ну, контроль точек. О! Да. Это нормально. Офигеть, как тебя так быстро грузит, ну? Не знаю. О, нормал дэнс. Тут, кстати, если типы будут стоять в куче на штоке, можно очень много накидать. Если будет стоять прям в одном месте. Сейчас посмотрим. Если будет стоять, можно просто стоять с центра накидывать им. Постоянно. Я? Да. Не, у меня 20 пинг. Я не лагаю. Это у тебя лагает. Но ты дергаешься почему-то. У меня вроде все ровно. Ну, значит, не так все ровно. Офигеть!
4000 типу всунул, они сдох, играют с этими спасателями нудскими. Все, готов, быстро овер. Так он мяч вроде поставил. Ну да, после доставочки шикарно. Блин, 100 урона, вот это я ему накинул. Ну еще сотку дал. Ну типы без ДАшек, это нормально. Найс, у меня через одного урон прошел. Оверки на центре лежат. Забирай, старичок. Оставь одну. Оп, у меня есть овер, блэд. Хп я нет. Тоже. Ладно, я продал сам тебе. Не знаю зачем. Чисто по приколу. Чисто мячик забрать. Как на центр? Чисто по прикольчику. Ну, как обычно, приехали, никого нет. Там справа, короче, на респе стояло много типов. Там нормальная тема. Можно покидать. Да там и слева тоже в углу. О, все, я тут слева. Еще бы урон бы критовый проходил бы. Ну, блин, ну по 120 я, конечно, понимаю, что это нормально, но... Ясно. Он ДАшку нажал, и тогда крит прошел. Как всегда, я победитель. О, хорошая. Контентовая. Ой, хорошую еще одну добавил. У меня зареспили. Блин, можно нормально вдоль респа давать урону. Угу. Я пошел. Найс тактика. Видишь, просто вдоль респа даешь. Главное, чтобы криты летели. Меньше этих уронов были без критов, тогда будет нормал дэнс. Меньше уродов? Меньше урона без критов. Ну, меньше уродов этих. Туда. То есть можно было бы и с викингом, конечно, попробовать что-то суетнуть. О, хорошая. Всех убивает. Ну еще бы сквозные летели бы. Ну у тебя дик. Ты не, да, ты не дашь. Ну, где... О, дал. Ты... А ты говоришь, не дашь. Ну корпус высокий. Да ничего страшного. А че вы мячи не ведете? Где мяч? Не знаю, где-то у нас. Там чего не ставит. Вот поставил. Молодец. Долго ставят. Туда 1700 добавки. Здорово. Здорово! Ко. Давай через лево сейчас. Суетнуть можно. Тоха тут уже сквозные ловит. Угу. Неплохая сквозная, да, Тох? Ну, первую дал. Ну, а вторая уже не залетела. Ой. О, хорошая. Там сейчас еще забьют, я случайно. О! Давай, Тох, добавляй. Хорошую дал. Что там, оверку? Оверку суетни. Хорошо, еще одну добавлю. Добавлю. У меня тоже есть за один раз. Да, Глебыч, где ты? Я в другой стороне, на центре. Ты красава просто. Мы уже на респе. Ну, 18-рик, неплохо. На 30 иду, получается. Может быть. 10 неплохо, на 20 иду, получается. На 10 тоже неплохо, на 20 иду. Ну дай, старый, сука, бык. Толстый. Вон, суетни ему. Что, у тебя без крита прошла? 89 добил. 240. О, найс. Овер есть. 4000. Давай. Мы не успею вторую скрита дать. А мне не надо. Она и так скритом залетает. О, хорошая. Еще бы я успел бы дать кому-нибудь контентовую. Давай. Суетнул. О. 21 килл. Маловато будет. О, хорошая. Ого! Тройную сюда домой на! Критом залетела. Если бы залетела бы тройная со 100 уроном. Это было бы обидно. Тройная со 100 уроном. Ой, короче, я пошел налево. Там слева очень жестко прострелы открываются. Пошел налево. Опять пошел налево.
Мэм по 60 урона, конечно, дал сейчас две подряд. Третья точно с критом? Найс, скрит. Найс, у меня третья без крита. Ну всё, это четвертая без крита, это развод? Пятая без крита? Ну и ладно, пусть и закончится лучше эта катка, но... Я шатал, блин. Ну нормально. Развили просто. Обманка, но... Не, это хорошая была. Это контентовая.